Приморский академический театр имени Максима Горького готовится к премьере спектакля «Не Сильва, не оперета». Журналисты 8 канала побывали на репетиции нового представления накануне Международного дня театра, который отмечают 27 марта. Уже год делали декорации. Это очень сложная история. Они еще не сделаны, не забыли. Здесь я не пугаю вас, потому что сам еще с трудом 700 костюмов. У нас никогда не было еще, было 500. Ну, надо же чем-то заниматься, развлекать людей. На сегодняшний день в репертуаре театра Горького 28 спектаклей. У каждого своя история, своя судьба. Есть свои особенности и у приморского зрителя. Нет другого такого. И в чем это проявляется? Я думаю, что пункт первый – то, что он ходит в театр, и пункт второй – что мы немножко далеко живем. И пункт третий – что антрепризы, которые когда-то я привозил уже безвылазно, они перестали удивлять зрителя. Люди хотят прийти в свой театр, на своих артистов. А то, что в последнее время в зрительном зале стало больше молодых лиц, худрука легендарной Горьковки только радует. Театр, по его мнению, достойная альтернатива улице. Мы просветительский театр, и я сохраняю репертуар классического театра, а не опытами, которыми я не владею. И я бы хотел, чтобы эта просветительская интонация опрокинулась вот в умы, в сознание молодого поколения. Премьера «Не Сильвы, не опереты» запланирована на 31 мая, 1 и 2 июня. Главную роль в постановке сыграет актриса театра Валерия Запорожец. Олег Завьялов, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.